Spanish you live? Northwest. Northwest and exactly place? Галисия. И снова всем здравствуйте, друзья! Обратите внимание, какая шикарная осень стоит здесь у нас. Опять обилие цветов. И знаете, мне иногда даже кажется, что осенние цветы, они какие-то имеют более яркие краски, нежели летние. Вот эти вот хризантемы, которые я вам показала, друзья, они настолько яркие, просто радуют душу. А может быть, потому что осенние краски уже вокруг такие серые становятся, и цветы выделяются особенно. Сегодня воскресенье, 24 октября 2021 года. И у нас с вами сегодня будет длинная пешая прогулка. Вот по городу Бембридж. Сейчас мы гуляем по этому городу. Чтобы было более понятно, я вам на карте покажу. Вот он, город Бембридж. Он находится на самой крайней восточной точке нашего острова. Вот это Райт, город, где я живу, я показываю вам. Говорят, что вплоть до самого 18 века существовала угроза, что вот этот западный мыс тоже отколется от острова Уайт из-за очень сильнейшей эрозии. Но вот берегоукрепительные работы и мелиорация, здесь дренаж был проведен. Этот остров сохранили, вот этот вот кусочек, он остался при острове. Интересно то, что несмотря на такое опасное расположение, город Бембридж считается городом миллионеров на острове Уайт. Здесь проживают самые богатые люди острова. Почему так произошло, как-то даже трудно сказать. Может быть, наличие аэропорта в Бембридже, может быть, наличие лайфбот, большой станции спасательной. Я даже не могу вам сказать, почему. Но вот здесь почему-то селятся в основном миллионеры. Посмотрите на этот дом, мимо которого мы проходим. И посмотрите, какая у него здесь лавочка стоит. Она сделана из массива огромного дерева, дуба, скорее всего. И лавочка такая стоит, наверное, фунтов 500. Друзья, вы знаете, гуляя по английским улицам, стараюсь вам показать именно какие-то такие нюансы интересные, которые отличают отношение англичан к жизни. Кстати, вот вы знаете, вот эта вот история такая нередкая. Бывает, что люди просто со своего дома вот так вот продают либо книги, либо какие-то растения на разведение в горшочках. Вот здесь, видите, просто целая библиотека. Каждая книжка 20 пенсов. Все на доверии. Берете книжку, платите 20 пенсов. Люди раньше привозили на распродажу все эти ненужные вещи вот на кабу-сейл. А сейчас, как вы знаете, кабу-сейл ведь у нас в связи с этим локдауном уже второе лето не работает. И вот люди начинают просто выставлять здесь такие вот вещи. Вот, пожалуйста, яблочки лежат упакованные на улице. Видите? Хотите, берите на компот или куда, вам их уже упаковали. Я бы взяла, но мне тащить далеко, тяжело, нет, не возьму. Хотя разбирают с удовольствием. Вот то, что я много раз вам показывала и объясняла, странным образом англичане сами яблоки не собирают, даже в своем саду. Вот много у меня таких видео есть, в которых я показывала, как яблоки валяются по всей улице, и никто их не берет, никому они не нужны. Странное дело. Вот, пожалуйста, Salis Riding School, школа верховой езды. Приглашаются все желающие, и взрослые, и дети. В основном катание на пляже, если позволяет прилив. Написано на этой доске объявления. Ну и мы с вами видим здесь две лошадки, красивые, в попонах обе, ухоженные. Такие школы пользуются популярностью здесь у англичан, и, пожалуй, в любом городе можно встретить такую школу верховой езды. У нас в Райде тоже есть. А вот сейчас я хочу вам показать историю, которая меня очень часто поражает. Видите, private территория, через ворота, очень красивые дома вокруг мы можем видеть. Ну и посмотрите веселую историю. Вот эта история с дорогами. Посмотрите, ужасные дороги. Несмотря на то, что вокруг чудесные, богатые, большие дома, собственники живут. Территория private. Почему здесь так все разбито? Уже объясняла, но еще раз расскажу, может быть, для тех, кто не знает. Дело в том, что именно вот эта вот территория, которая называется private, в которой здесь отгородились и живут люди в богатых домах, в огромных домах. Вот они должны сами выделять деньги совместно на строительство и улучшение этой дороги. Чаще всего бывает так, что вот не договариваются люди почему-то. И дорогу построить не хотят. Вот и ездят вот здесь, видите? Вот таким вот, я извиняюсь, колдоебином, да? Ну, пока еще выехать можно. Слава богу, что здесь дорога не очень разбита. Только ездят автомобильчики легкие. Странно, как можно, вот имея вот такие вот дома. Посмотрите, какой огромный, шикарнейший дом. Да и рядом тоже. И за ними там люди абсолютно не хотят вкладывать деньги для того, чтобы им улучшили вот эту вот дорогу подъездную. Не знаю, история для меня непонятная тоже, но вот очень часто можно такое встретить здесь. Если дорога муниципальная, то за ней муниципальные власти следят. Если дорога частная, чаще всего она выглядит вот таким ужасным образом. Здесь опять вниз вот такой крутой спуск к океану. Вот там у нас плещется океан, друзья. И я не зря спустилась к океану с вами. Хотя мне звук пришлось убрать, конечно, живой. К сожалению, очень сильный ветер, сбивающий с ног и вырывающий камеру из рук. Но тем не менее, вы знаете, вот на этой вот такой неказистой набережной она смотрится как недостроенная. Вот это вот кафе такое тоже специфическое, похожее на сарайки. Но там было и написано, что это бич-хат, это хижина на пляже. Так вот, не зря я сюда с вами спустилась, друзья, потому что здесь я встретилась с очень интересными людьми. Вы знаете, вот даже иногда я удивляюсь, как все перекликается в жизни. Вот только я сняла вам видео Freshwater Beach, где показывала вам большие волны и рассказывала о серфингистов, которые приезжают сюда на остров постоянно покататься на волнах. Но их вам, именно серфингистов, я и не показала. А здесь вдруг неожиданно я смогла встретиться не только с серфингистами, а еще даже и более интересный вид спорта, который называется виндсерфинг. Вот посмотрите, 5 здесь таких замечательных мужчин расположились. Вот посмотрите, как здорово, какой красивейший вид спорта, ну и опасный к тому же. Вот у меня спрашивают, как переводится. Как переводится серф? Серфинг. Серф. Серф — это прибой или бурун. Ну или вот бороздить иногда тоже переводят. Вот серфинг отсюда пошло, от английского слова серф. А винд серфинг, как вы понимаете, винд — это ветер. Поэтому здесь уже используется не только доска серф, но и вот этот вот парус. Я довольно долго здесь наблюдала за этими мужчинами. Хотела снять какой-нибудь очень красивый, знаете, вид, когда этот виндсерфингист бороздит волны. Но, к сожалению, немножко не получилось у меня. Как-то они уж очень быстро исчезают. Стоит только встать на лодку, на эту доску, как он тут же уносится просто к горизонту. Ну вот, что я могу сказать? Мужчины очень общительные, я с ними разговорилась, конечно же. Вот с одним из них я тут стояла долго, разговаривала. Он мне рассказал, что они каждые выходные сюда приезжают, занимаются этим виндсерфингом. И интересно то, что эти мужчины, они отнюдь не молодые. Им больше, наверное, 50, больше 60 некоторым даже лет. Вот это меня очень удивило, потому что когда я наблюдала за одним из них, мужчиной, я думала, что это вообще какой-то молоденький красавец, он так лихо там прыгал, а он сейчас, вот он как раз, посмотрите, ну сколько лет этому человеку, я просто поражена, друзья. Но не только с английскими мужчинами я здесь успела поговорить. Со мной вместе за ними наблюдала вот эта вот женщина в яркой желтой курточке. Ну и, конечно же, мы с ней тоже разговорились. Я дам послушать вам часть нашей беседы, а потом переведу. Yeah? It's lovely, yes, but it's just exactly place I love White. The countryside, the seaside, small towns. You speak English very well. When is my best? Where in Spanish you live? Northwest. Northwest and exactly place? Galicia. Galicia. Yes. Really? It's a north. It's lovely place as well. It's at the top of Portugal. Yeah, very nice. We have a coast, but it's Atlantic Ocean. Atlantic. Yeah. Я думала сначала, что эта женщина, она из компании вместе с мужчинами, но оказалось, что совершенно нет. Она также подошла здесь просто на них посмотреть. А мужчины, я, может быть, не сказала, они все англичане, и они живут именно в этом городе, в Бембридже. Так вот, а эта женщина, она испанка. И оказалось, что она приехала из Испании сюда на заработки. И что она здесь работает в доме престарелых, сиделкой, ухаживает за стариками. Я, друзья, была поражена. Ну, во-первых, когда она сказала, что она из Испании, не просто из Испании, а еще и из Галисии. А Галисия – это считается зеленая Испания. Говорят, что Галисия является достопримечательностью и гордостью королевства. Мне вообще нравится Испания. В Галисии я, конечно, не была, но если говорят, что это гордость королевства испанского, то представляете, какие там, наверное, красоты. И вот человек приехал из европейской, вполне себе успешной страны Испании сюда к нам на остров Уайт на заработки. Пути Господни неисповедимы, друзья. Конечно, неизвестно, что была за судьба там у этой женщины в Испании. Может быть, она убежала от чего-то или от кого-то. Но для меня это тоже было очень странно и удивительно. Хотя, вы знаете, надо сказать, что ведь не она одна здесь из успешной Европы приезжает на заработки в Англию. Потому что вот у меня было знакомых много в колледже. Когда мы учили английский язык все вместе, было, по-моему, 2 испанки. Да, и была еще одна итальянка и одна француженка Сандрин, которую вы все, наверное, уже прекрасно знаете. Моя хорошая знакомая. Друзья, я уже давно вам не рекомендовала никого и не советовала из блогеров на YouTube. Но вот сейчас я предлагаю вам посмотреть один канал об Англии. Он называется «Наши на острове». Блогера, который организовал этот канал, зовут Артур. Он родом из Литвы и живет здесь, в Англии, в провинциальном маленьком городке под названием Питерборо. Ссылочку на канал Артура я дам внизу в описании под этим видео. Друзья, заходите, кому интересно посмотреть еще один канал об Англии. Ну, а я жду, как обычно, ваших отзывов о моем новом видео. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, пишите, что бы вы еще хотели посмотреть на нашем острове, может быть. А я на этом с вами прощаюсь, друзья. Берегите себя, всего вам доброго и еще увидимся. Пока-пока!